Интернет-бизнес для многих в нашей стране – дело пока непонятное, но он уже занимает около 10% российского ВВП. Новейшая разработка в этой сфере сегодня представлена на форуме в Москве, который посетил Владимир Путин. Из средств общения интернет у нас в стране превратился в очень прибыльный бизнес. Ну, наверное, вы об этом и сами знаете, тем не менее, я напомню, что это 8,5% ВВП страны. И так или иначе, рынки, вовлеченные в бизнес в интернете, это свыше 5 триллионов рублей, 5,2, по-моему. Значит, это большая бизнес-среда, очень интересная. По итогам прошлого года Zona.ru находится фактически на 4-м месте в мировом рейтинге национальных доменов. А Россия вошла в европейские лидеры по числу пользователей сети. И прежде всего, благодаря росту количества пользователей в регионах, что особенно, конечно, отрадно. Все это, конечно, увеличивает спрос на онлайн-проекты, особенно коммерческие. Сегодня клиентами сетевого бизнеса являются люди из разных социальных возрастных групп, от школьников до пенсионеров. Миллионы людей в России через интернет уже покупают товары, билеты, железнодорожные, авиационные, бронируют гостиницы, заказывают различные услуги. Совсем недавно просто фантастикой это казалось. Но самое главное, что это реально делает жизнь людей комфортнее. Поэтому государство должно создавать условия для дальнейшего расширения онлайн-бизнеса. Ну и тем более, что он не требует сверхбольших инвестиций. В период глобального кризиса этот бизнес показал достаточно высокую устойчивость. А перспективы его развития на сетевом рынке зависят прежде всего от настойчивости самих создателей проектов и от их креативности. Это отличная возможность для людей попробовать себя в деле.